заскочил к ребятам в гости. Вот это красота. Ну а приехал я сюда, собственно, вот за вот этим красавцем. Вил вот 0.75 с бачком. Раньше у меня стоял вот такой. И был большой ход на синьке. Вот, мне это не нравится, поэтому делаем как на красной альтезе. Ставим новый бачок, чтобы был коротенький информативный ручник. Ну и снимем небольшой анпакинг. Вот такая вот красивая коробка. Сам цилиндр 0.75. Что там еще у нас есть? Наклейки, инструкция. В общем, крутая упаковка на самом деле. Ну и сам цилиндр будет трудиться на моей альтезе. Выбрал 0.75 размер, так как он позволяет сделать ручник коротким и информативным. Не люблю, когда ручник имеет очень длинный ход. Вот, собственно, вот этот цилиндр помогает нам от него избавиться. Неплохо выглядит. Ее для общего вида не хватало.